Влиятельное немецкое издание «Бильд» располагает данными, что в операции на востоке Украины, которую проводят киевские власти, участвуют около 400 американских наемников. Это солдаты частной военной компании «Academy». Ее сотрудники не раз оказывались в центре громких скандалов. Так, во время войны в Ираке их обвиняли в убийстве мирного населения и контрабанде оружия. Издание отмечает, что немецкая разведка информировала правительство Германии о нахождении американских солдат на территории Украины еще в конце апреля.